Всем привет, друзья! С вами «Факты от автогода» и сегодня наш герой Aito Seres M7. Внешний вид внушительного 5-метрового кроссовера максимально строгий и спокойный. Такой не надоест быстро, это радует. Формы максимально аэродинамичные. И, кстати, не просто так. Этот последовательный гибрид разгоняет автомобиль до сотни всего за 4,8 секунды. Пиковая мощность 439 лошадиных сил и момент в 654 ньютон-метра. Задорно. Моторов 3, бензиновый и 2 электромотора на каждой оси, оба синхронные с постоянными магнитами. Причем задний электромотор от Huawei примерно на 100 лошадиных сил мощнее переднего, от чего получаем заднеприводные повадки управления. Это классно и рулится весело. А знаете, что выгодно отличает официальные автомобили от серых моделей? Полная русификация интерфейсов, зимний пакет, который устанавливается на заводе специально для нашего рынка, и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, потому что изначально в операционке от Huawei Harmony OS их нет. Интерьер на твердую пятерку, натуральное дерево, высококачественные материалы отделки и, конечно же, огромная мультимедийная система на 15,6 дюймов. Минимальное количество кнопок, зато сразу две беспроводные зарядки. Но самое интересное здесь все же на втором ряду. Капитанские кресла Zero Gravity, позволяющие принять позу космонавтов и полностью расслабиться. Ведь кресла имеют 19 регулировок. Хочешь полный обзор этого автомобиля? Обязательно дай знать в наших соцсетях. Всем пока!